Здравствуйте, меня зовут Кристина, и сейчас я учусь в Северо-Западном политехническом университете в городе Сиань, в Китае. Моя специальность – это международная экономика и торговля. Учусь я на китайском языке. И это мой первый год, вот он уже скоро-скоро подходит к концу, и скоро начнется уже семестровые экзамены. И сегодня я бы хотела рассказать мой путь от начала и до конца поступления в университет. Может быть, даже затронем тему самого обучения в университете. Почему Китай? Мама в детстве сказала: английский выучишь в школе, давай попробуем по-китайски. И получается, что 8 лет я пошла изучать китайский язык, но сначала это было не так серьезно. Мы с моей учительницей больше окунались в культуру. И уже тогда появлялись первые побеги того, что я начала интересоваться Китаем, потому что культура меня, правда, покорила, и все такое, она была такая таинственная, загадочная. Мы смотрели, как помню сейчас, уроки Ни Хао Чунгуо. Китайский сам мне легко давался, наверное, потому что я училась с раннего возраста. Но, как повторюсь, уже это были не очень серьезные уроки, потому что особого прогресса, прям такого резкого, у меня не было. Это было постепенное изучение. Два раза в неделю я ходила к репетитору, и мы просто погружались очень аккуратно в этот язык. И уже, наверное, тогда я задумалась о зарубежном обучении, обучении за рубежом, и не было такого, что я выбирала между Европой и Азией, и я сразу понимала, что мой вектор направлен больше на Азию. Окончательным и бесповоротным решением стало то, что однажды я наткнулась на рекламу CCN, ВКонтакте, хорошо рекламное агентство работает. И там было сказано про профильный класс, о том, что за 2 года вас подготавливают к нужному уровню для поступления в китайский университет. Вы сдаете международный экзамен HSK, это Ханью Шуй Пхин Хаоши, экзамен на уровень владения китайского языка, и вам помогает компания поступить в Китай. Я поняла, что нужно попробовать поступить в этот профильный класс. И я поступила. Обучение проходило в Москве. Получается, что в неделю у нас было каждый день по 3 урока китайского языка. И именно тогда, за 2 года, мой китайский перепрыгнул, мне кажется, все границы, потому что из-за того, что это было постоянно, то есть это было фиксировано каждый день 3 часа в школе, плюс еще домашние задания и подготовки к экзаменам, это все в комплексе дало то, что мой уровень очень сильно поднялся. Повторюсь, так как я уже сдала экзамен ЧСКИ 4, то мне не нужно было поступать на языковой год, а мне можно было поступить только на языковые курсы, 3-месячные летние языковые курсы перед поступлением в университет. Расскажу, зачем они нужны. Когда вы сдаете экзамен, у вас уровень владения разговорным китайским, то есть узнать, как пройти, как купить, договориться о цене, вот такой вот, то есть разговорный китайский. Зачем нужны курсы подготовки к поступлению в университет? Расскажу сначала о летних. На летних 3-месячных курсах вы изучаете профильные предметы по вашей специальности на китайском языке. То есть, например, я выбрала экономический профиль, потому что, ну, как я уже говорила, моя специальность — международная экономика и торговля. Когда я поступила в университет на эти курсы, у нас были уроки китайского, ну, чтобы продолжать улучшать свой уровень, потом математики, экономики, математики и экономики. Вот, все. Китайский, математика и экономика. А когда вы поступаете на годовой, вы сначала первые полгода углубленно изучаете китайский язык, а затем остальные полгода вы также подготавливаете свои профильные предметы. Всего есть 3 профиля. Гуманитарный, экономический и технический. Я выбрала экономический, и я проходила 3-месячный курс также в моем университете Сибэй Гуанитаньшуэ в городе Сиань. Когда я прилетела в Сиань, я помню, что нас разместили сразу в... Вот в моем университете есть два кампуса. Сяочу — это Чханан Сяочу, это новый кампус, где сейчас я учусь как бакалавр. И Йои Сяочу — это в городе находится. Это кампус старый. Там обычно учатся бакалавры некоторых специальностей и в основном на языковые курсы, которые приезжают. Нас разместили, помогли сделать сим-карту, карту. Мы жили по 2, как и сейчас, в принципе. Но там комнаты поменьше. То есть в Чханане огромные комнаты, ну честно, огромные. Вот, и большое пространство, очень комфортно. Там, так как это старый кампус, там условия, конечно, обычные. То есть то, что сейчас в Чханане у нас есть в общежитии, как бы это больше, чем стандартное общежитие в Китае.
Вот которая в старом вообще, она стандартная. Стандартная, как по всему Китаю вы найдете. Здесь это выше, чем просто стандартная. Как мы учились? Вот мы приехали, заселились, все, оформили, все. И у нас сразу начались эти курсы. Они длились с июня по август. Не прям до конца, потому что потом уже начинается подача документов где-то до там 20 числа. Мы эти 3 месяца углубленно изучаем профильные предметы плюс китайский язык. Мы учились с 8:30. У нас были уроки, там, например, китайский, потом обед с 12 до 2, и после обеда тоже несколько предметов. Длились уроки 2, как пара, то есть было 2 45-минутных урока и 5-минутная переменка. Учебники нам, кстати, раздавали. Мы делали также домашние задания, то есть это обычный процесс обучения. Учителя говорят только на китайском, потому что это китайские учителя. Когда вы что-то не понимаете, вы можете спокойно подойти к учителю и спросить что-то, либо с одноклассниками, либо, как мы часто это делали, понимаете, что когда вы поступаете за границу, вы должны делать больше, чем обычный ученик, который учится в своей стране. Потому что здесь вы должны продолжать изучать свой язык, переводить то, что говорят на уроке. Все равно вы не будете понимать прям 100% материал. Это путь сложнее, но он и интереснее, и многограннее, потому что здесь мы познакомились с людьми из разных стран. Это прекрасный опыт знакомства, обмена языками и культурами. Когда ты учишься за границей, ты учишься преодолевать себя, свою лень иногда, у тебя не хватает времени на просто прокрастинацию, и ты углублен в процесс, наверное, самосовершенствования, если ты этого хочешь. Опять же, все зависит от самого человека, это нужно понимать, что каждый индивидуален, и как пройдет именно ваш путь, зависит только от вас, вашего восприятия. Поэтому все, дорогие, в ваших руках. Мы учились в классах. Наша группа летнего курса от CCN. Это определенная группа. Там только люди от этой компании были. И мы все вместе познакомились. Это русскоговорящие люди были. Мы пришли, у нас была уже приятная компания. Мы вместе ходили на уроки, разбирали, домашние задания делали и все такое. Учителя были отзывчивые. Больше всего мне нравилась учительница по китайскому языку, потому что мы с ней, так как это был не очень профильный предмет, а на уроках мы больше, чтобы запомнить слова, нужно какой-то эмоциональный опыт, она всегда говорила. И мы смеялись, и плакали, рассказывали друг другу истории, было интересно. Китайская математика для меня была самым сложным, наверное, предметом, потому что экономика для меня это более-менее что-то гуманитарное, что-то абстрактное, что можно почитать, понять. Математика это точно наука, с точной наукой у меня немножко на «вы» мы общаемся. Поэтому с математикой проводила больше всего времени, но ей время на погулять хватало. То есть после пар, если оставались силы, мы выходили в город и спокойно гуляли. А в обед мы пошли спать, досыпать свое время, потому что у нас был джетлаг. Мы приехали, и практически на следующий день мы сразу пошли уже на пары. Вот, и не удалось пережить джетлаг, прям влиться в него спокойно. Но на парах учителя понимали и между переменами спокойно спали. У нас были экзамены. Были чжоу и чимо. Также у вас будет и на бакалавриате. Чжоу — это промежуточный экзамен между семестрами. И чимо. Чимо — самый главный, потому что по результатам чимо каоши вас будут зачислять в университеты. Чимо каоши обычно проводится, когда заканчивается курс. Ну, логично. Было интересно вливаться в это все. И круто было, что ты был не один, потому что вокруг были такие же испуганные ребята, которые вроде пугались, но шли, делали, преодолевали себя, и это очень сильно помогало тебе понять, что ты не один, и нужно продолжать. После получения результатов мы поняли, что куда кто уже поступил, получили подтверждение от компании CCN. И все. И вот так вот я попала в Сибэйгон. Дальше и сейчас изучаю Гуанди Тинти Юймауи. Я Таи Пэнхэшэн. У нас было много учебников. По китайскому у нас было Тхинли, Сецуо и Юэду. То есть 3 аспекта, которые мы обычно тренируем, когда изучаем языки. И все, и под ним были большие учебники, но я их уже выкинула, потому что мы полностью их успели пройти. Я оставила только профильные. И очень интересно насчет этих профильных, потому что вот такие учебники были нам русскими. Математика тоже будет. Это бизнес китайский, но посмотрите, это Юэду. То есть тут тексты про экономику, но они с разбором новых слов, объяснение всяких понятий.
То есть тут прям вот практика не только экономики, экономических знаний, но еще и чтения. Пометки были. Обычно домашним заданием у нас было ответить на вопросы после текста. И вот эти, кстати, знания потом нам пригодились. Например, сейчас мы изучаем Вэй Гуан Ти Ти Сюэ, это микроэкономика. Потом у нас будет Хун Гуан Ти Ти Сюэ, это макроэкономика. И знания по этим двум предметам нам базовые именно потом, когда вы поступаете на бакалавриат, на эти знания нанизывают еще больше знаний, если так можно сказать. То есть на этих курсах вы получаете некоторую базу, будто ниточку, на которую потом, когда вы будете обучаться самостоятельно в университете, также будете много времени тратить на то, чтобы что-то понять, изучить и все такое. То есть нужно понимать, что это ответственный период в вашей жизни, когда вы ответственны за то, чтобы получить знания. 30% сама пара по этому предмету, 70% вашей работы. И вот такая вот, кстати, она вроде маленькая, но более полезная, потому что тут уже просто та самая ниточка, это уже не практика чтения, это прямо знание по экономике. Вот знание. То есть тут, например, было, чем отличается Вэй Гуан Ти Ти Сюэ от Хун Гуан Ти Ти Сюэ. Потом вот основное сичуэ, это то, что все ресурсы ограничены. То есть это главный вопрос экономики. Затем у нас идет, например, было полезность. Ну, также Сючу и Гунти, это спрос и предложение. То есть тут вот разные аспекты экономики, и они прямо поясняются. Вот так вот было. И новые слова. Сейчас мы на Вэй Гуан Ти Ти Сюэ тоже проходим. Например, мы недавно проходили Сючу, Гунти и Бенти. Это спрос, предложение и полезность. Но более крупномасштабно мы это проходили, прямо углублялись в эту тему. Здесь, в этой книжечке, видите, очень мало страниц, и даны прям вот ниточкой-ниточкой. Рада ли я, что сделала такой выбор? Да, потому что сейчас здесь я, во-первых, обрела, наверное, уверенность в себе, потому что каждый раз, когда ты преодолеваешь новую трудность, ты понимаешь, что ты можешь справиться. Второе — это культурный обмен. Правда, мы здесь, когда разговариваем с иностранцами, мы углубляемся в эту культуру, мы понимаем ее, мы разговариваем с представителями этой культуры. Это очень интересно. Китайский, не переживайте, первое время вы не будете его понимать. Мозгу нужно дать время, чтобы привыкнуть к этому языку. Потом все будет нормально. Потом вы уже привыкнете и к скорости, и к диалектам, и ко всему. И вы не будете уже такой паники, что вы что-то не понимаете, потому что потом вы будете осознавать, что это можно прочитать, это можно найти, подойти к учителю спросить. То есть все открыто. Также нам присылают на уроках PPT, чтобы мы дома все просмотрели и повторили. Да, вот культурный обмен, и ты находишь своих людей. То есть тут вокруг практически все твои единомышленники, люди, которые стремились за границу, чтобы получить уникальный опыт и хорошие знания, то есть качественные знания в области, например, экономики. Много здесь также и те, кто поступал так, как себя, и Гуан Ти. Это славится своим aerospace, и многие здесь поступают на computer science. Это вот два самых главных аспекта, которые выделяют. И третий, это, конечно, языковая среда, которая помогает тебе потом сделать так, чтобы этот язык был на автомате. Твой мозг перестает воспринимать китайский язык как иностранный и старается его включить наравне, например, с русским или английским, и ты понимаешь, что ты уже можешь менять этот язык просто по желанию, и ты уже не задумываешься о том, что сказать, ты просто говоришь. Ну и, конечно, культурный обмен. Ты проникаешься в культуре здесь, потому что когда ты гуляешь, когда ты разговариваешь с людьми здесь, когда ты участвуешь во всяких хотумах, это мероприятие, хотум, ты вливаешься в эту культуру, ты узнаешь ее еще больше. Вот. Насчет экзаменов уже в университете. Это, наверное, самый сложный аспект, потому что когда ты поступаешь на обучение вместе с китайцами, ты должен соответствовать уровню, то есть вы должны понимать, что вас будут равнять практически с китайцем. То есть китайцам вот такая планка, вам будет вот такая. Вы же поступили на китайский, вы сами это выбрали. Это определенный тоже путь с определенными трудностями. Я не пугаю вас, я не предупреждаю вас, я говорю о том, что жизнь — это жизнь. Не бывает легкого. Бесплатный сыр только в мышеловке. Нужно продолжать делать, пробовать, ошибаться, делать еще раз и находить себя. Поэтому не стоит бояться чего-то, нужно пробовать, делать, пытаться. Будут ошибки, будут неприятности, будут иногда разочарования, но также и будут удивления, сюрпризы и приятные всякие плюшки от жизни. Это всегда в балансе находится. Главное, как вы на это смотрите, а смотреть нужно всегда с позитивом и улыбкой, и понимать, что все во благо, все есть любовь. Наверное, вот такой вот
позитив еще тебя учит. Учишь себя воспринимать вещи не в прямом контексте, а находить в каждом зерно благо для тебя. Вот, то есть, видите, это прям меняет мировоззрение, да. А ты открываешь себя, ты открываешь этот мир и понимаешь, что все не однобоко, все не однообразно, все намного разнообразнее, чем ты можешь даже себе представить. Что бы я вам пожелала? Пройти свой уникальный путь. Не нужно сейчас воспринимать все, что я сказала, прямо на веру. То есть продолжайте испытывать свой уникальный опыт и понять, что если вам понравилось то, что я вам сказала, почему бы и не попробовать. И не переживайте, потому что тут вы точно не будете одни. Например, я обрела прекрасных друзей, которые поддерживают, которые подсказывают, которые в нужный момент заставят тебя посмеяться над ситуацией и отпустить ее. Все не идеально в жизни и никогда не будет идеально. И мой путь тоже не идеален, но я его люблю искренне. Не стараюсь полюбить, а именно люблю и принимаю. И что бы ни случилось в дальнейшем, сейчас я честно рада, что я поступила в Китай. Как бы ни было трудно, трудности не сравнятся с тем, что я получила здесь. Друзей, опыт, знания, определенные жизненные уроки и так далее. Хуанин, Лай Дао Джоу, приветствую вас, если вы вдруг приедете в Китай. А я побежала дальше.